Какая птица считается певчей, которая, ну, певцом? Что это за птица? Ну, это соловей. Ну, первый, да. А второй, у какой самый большой хвост? Ну, это павлин, наверное. А нет? Третий вопрос, самая маленькая птица? Самая маленькая? Королек там. Самая маленькая птица? Воробей. Калибри. Калибри. А у самый большой хвост у какой? Не знаю. Какая птица считается самой маленькой, вы знаете? Калибри. Вот, видите, а вы говорите, не знаете. Это правильно, первый ответ. Второй, это птица с большим хвостом самым, какая? А, это павлин. А птица-певец, которую называют, что за птица? Ну, соловей. Вот самая маленькая птица, знаете, какая? Не знаю. А птица-певец? Ну, калибри какая. Да, правильно. А птица-певец? Да. Певец, ну, соловей, наверное. А самый большой хвост у какой птицы? Ну, павлина, наверное. Вы знаете самую маленькую птицу? Как она называется? Я только знаю жаворонок. Самая маленькая какая птица? Стриж, по-моему. Калибри. А, калибри. А да. У самый большой хвост у птицы у какой? Павлина. Так, и птица-певец? Соловей. Как мы видим, жители нашего города очень хорошо справились с вопросами про знания различного вида птиц. И также они знают, что сегодня Всемирный день орнитолога. С вами был Дмитрий Курунов и Андрей Пластунов. Специально для программы «Городские вести».